формат продемонстрировали. Не просто так мы всему миру его показали. Мы показали к тому, что все решения приняты, и мы готовы. Возможен вполне удар тактическим ядерным вооружением. Я в этом практически не сомневаюсь. А это последний аргумент. Способы вооружения. И никто за Украину не сунется никогда. Какое вооружение там не применялось? А тактическое ядерное вооружение, почему они его боятся с армат? Я уверен, что наши вооруженные силы способны добиться целей, которые поставлены перед ними, без применения вот таких вот вещей, которые способны уничтожить планету. Планету, Алексей. Дай бог это. Не надо. Ну что не надо? Ладно, иностранцев вы пугаете, вы наших людей пугаете, жителей России. Мы наших людей не пугаем, у нас есть уже система, которая даже перехватывает гиперзвук. Понимаете? Поэтому все будет нормально. Слушайте, у нас есть система, которая перехватывает гиперзвук, а нефтебазу, воинскую часть по Белгородчине бьют чуть ли не каждый день, и в Курской области. Где там мы перехватываем? Не все мы перехватываем.